Официальный курс рубля по отношению к доллару и евро резко вырос. Единая европейская подешевела более чем на 3 рубля до 84,16. Американская установилась на отметке 77,80, потеряв 2 рубля 77 копеек. Рубль начал резко дрожать вслед за нефтью еще на торгах в пятницу. Сейчас на бирже наблюдается коррекция. Черное золото вновь дешевеет. Вслед за ним снижается и рубль. От максимальных значений, достигнутых утром, он откатился примерно на 2%.